Уайт добегает. Давайте фулбак. Нагадываю, Лерина каски, герцогиня эти кулаки, они молджас кресты. Раздайте баб. Капоны, все готовы, танки побежали, танки пошли. Стой. Что? Нажми на паузу. Вам что-то не хватает, вы не предупреждаете, ну вы типа не подтверждаете, типа вы жмите хрестик. Я спрашиваю, что вам не хватает? Все, начинайте там. Это было неразумное решение. Забери. Три босса, Саня. Какая жалость. Босса забери. Я голодна. Как вам такое? Фюрер, скинь агро. Ханты скинули агро, что-то БДК слоупочет. Неправильно собрано, не парировать. Бежали. Что говоришь? Мастерства, говорю, нет. Танк не собран. Вот я сейчас вещи выбил, переделаю. Возьми за это с полочки пирожочек. Сбежались. Фоны, беги. Сбежали с факта. Богу сбеги. Антифир на коробку создает Серсея. Выйдите с центра, чтобы вас не пробивал. Хаукер, притворись мертвым, набираешь много агро. И к вам беги. Беги, малыш! Хил, беги! Пак сбежали, сейчас будет пак. Бежали с пак. Нормально.
Она поднимается. 3, 2, давай Сакру, Лерина, Сакру, давай, не добивайте босса. Сакра не висит. Сакра это... Это ВРК? А, КД. А зачем ты ее давала без команды? Как вам такое? А, черт, не переставил. Отказывайтесь от этого. От всего отказывайтесь. Это была Нара и Роялда. Роялда, поднимите. Там не ретриком или хапа? Сколько тут? 4 хила. Давай ретриком, Ваня. Войд, ты в хиле. Поставьте Джесси, если есть код. Вижу у себя героического токена за воевать. Да, мне 300 гп на чистый, я ППР вырываюсь. Кем 4. Ты забрал мою пушку? Тебе нужна кровавая пучина? Да. Блин, я ее чуть не распылил нахуй, Джейм. Получил бы фул гп за нее. Че, есть Джейс у кого-нибудь пучиница? Такс. Лерина, ты танчила в Гере? Ты слышишь меня, Оля? Ты тут? Блин, дай мне пати. Дай мне пати, слышишь? Самогон. Надеюсь. Я не то нажал. Тупой, блядь. Дай мне ассиста и добычу. Да, да. Лерина, ты меня слышишь, Оля? Которая протопал. Смотри. Ты, ну, типа, знаешь представление, как танчить тут вообще, или не знаешь? Смотри, начинаешь отсюда, будет три моба. Их забираешь, они должны стояться тут. И до конца боя должно быть три бурдалака и один шаркающий. Короче, Джерин, никто джирса не ставит, я умираю. И все. Сам. И все будет хорошо. Тупо назад двигайся, и потом просто смещаешься. Какой-то момент вправо-влево. И все. Поставьте шкаф. Дайте шкаф, пожалуйста. Кто может подиспелить? Войд, подиспелишь? Лерина Прота, Animal Jazz, Герцогиня Кулаки, Animal Jazz Кас, Каски и Чняк Кресты. Войд, ты подиспелишь или нет? Да. Все, Войд подиспелит, значит Войд диспелит. Все. Добычу поставь, самогон. Ща. Только это. Суманить. Сейчас суманем. Тыкайте, тыкайте. Давайте тут у Хаукера один трай, чтобы мы тут не задерживали. С первого трая убиваем и все. Накурен в хлам, все нормально. Ясно. Ты чек. Зайки, может поводить РПД? А. Что? Каску по паладинам. Каску по паладинам дайте, Animal Jazz, дай каску по паладинам. Steel White, что не хватает? Ладно, и пороги. Хватает. Пороги тоже каску. Я готов ворваться. 4-4-4. Смотрим, давайте. Давайте я повожу РДД зону. Animal Jazz, что не хватает? Я спрашиваю уже третий раз. Иди нахуй, да ты дебил что ли? Жестко, бля. Ага, я, блядь, все. МП5 бафал, блядь, весь берейт разбафал, ты мне говоришь каски бафать, я каски бафу стою. Ничего страшного. Дима просто даун. Потому что пауф второй пришел, типа, надо распределить пауф по-нормальному, чё вы гоните? Ладно, извини, Дима, я был неправ. Дэймус, ты тут? Да-да, тут.
Чуть вы не подтверждаете готовность, если вы тут? Я просто не втыкаю с вашей логики. Я во втором окне, блядь, ну скажешь. Капоны, что тебе не хватает? Кикет, что тебе не хватает? Баламар, что тебе не хватает? Кулак бафните, пожалуйста. Герцогиня, бафни кулак по охотникам. Заходи. Валера, что тебе не хватает? Валере секса не хватает. Валера, что тебе не хватает? С прицелом. Места бафа нету. Валера, ты можешь мне сказать, что тебе не хватает, а не жать хрестик или написать? Жан отвалился. Бери меня. Он тыкает, понимаешь? Он тыкает на клавишу. Я спрашивал 5 раз, что ему не хватает. Сложно человеку ответить, я же не знаю, что ему не хватает. Хакер, ты тут? Ази на 3 топора. Дима, шо по станам? Герцогиня станет кружочек, ты станешь ромбик, и Animal Jazz станет трусы. Просто в шоке с вас, вам трудно ответить, что вам не хватает. Валеру 5 раз спросил. Валера, что тебе не хватает? Валера, что тебе не хватает? Он не пишет, не говорит. Быстрее, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать твои отчаянные крики. Пойдите от босса, пожалуйста, вы что там ставите? Рога, вар, смотрите босса, не бойтесь. Хаукер. И 3 охотника снимайте, 2, да, 3 охотника снимайте иступление шаркающего. Смотрим, как переведем. Забирай, забирай, забирай. Давайте, напуливай. Смотри. Бейте вас. Коробку ты будешь заливать Растер Иксу, а Пухнастик Секьюрити. Наоборот, давай нам... Перебежали РДД, РДД перебежали. РДД перебежали, в звезду, милики стоим. Стоим, милики. Талаков на тебе нет, Лерина? Смотрим чума, надо хотя бы 2 забрать. Растер Икс, чума. Диспел, диспел, диспел. Да не надо перешаркающего выбегать. Смотрим, ловушка сейчас будет. Ловушка на Рестер Иксы. Не только... стоим, стоим в звездочке, стойте, стоим в звездочке. Стоим в звездочке, стоим. Стоим в звездочке. Вот это не повезло. Будем оббегать эту ловушку, бейте. Бейте, бейте, бейте. Сейчас будет ловушка. Проводи шаркарей. Хавкер, давайте, перебежали, 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 перебежали в ловушку, не зайдите и сразу. Проводи лича. Лича проводи, протопал проводи. Снимайте иступление. Смотрим ловушку. Пастик чума. Милики ловушка. РДД стоим. РДД стоим, милики ловушка. Забирай трэш, Лерина. Все нормально на тебе, вурдалаков. Больше не забирай вурдалаков. Забирай этого шаркающего и все. Там есть чума вообще на трэше? РДД, РДД перебежали. А не, не стой, стоим, РДД, стоим. Там мага. Мага, нормально, стоим. Animal Jazz, Animal Jazz, сам себя. Диспел, 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 диспел. Все нормально, бьем лича. Проводи, проводи, дальше протопал. Дальше проводи, протопал. Ловушка, милики, милики, ловушка в звездочку. Веди лича в звездочку уже. Веди в звездочку лича. В звездочку лича. Ты чума вообще на трэше, Лерин? Ты не вижу вообще там ни чумы. Ловушка, милики, перебежали. Лина, там есть чума на трэш? Есть. Мелко. Коробку, поднимай бакса, коробку. Давай, захильте его сразу. Там уже ревность не прокнул у Лерины. Я не понимаю, где разгон чумы, сколько там стаков? Блять, не бейте сразу, курите, заебали. Пальцы болят, бегать. Дайте. Капельку дайте, Animal Jazz, кидай каплю на Лерину. Animal Jazz, каплю на Лерину.
Будешь... Не-не, за духа, духа заберите. Слерина духа заберите. Теперь этот, блин, как его, точняк, кидай каплю. Кидай каплю. КД. Дайте сферу ШП. Падайте, не понял. Падайте, падайте. Лерина, ты можешь нормально затанчить сначала, забрать вурдалаков и шаркающего, а не просто одного шаркающего, чтобы чуму как-то разогнать? Надо забрать просто вначале трех вурдалаков и одного шаркающего, и все. У нас себе прыгает 3-1 чума и разгоняется. Ну, смотрите, что на переходе. Два здоровых шаркающего. В идеале, если ты забираешь просто троих мобов сразу и шаркающего, у тебя ноль шаркающих переходов. Что ты хочешь, Саня? Я говорю, фурики не бейте, что удар, то парирование. Дайте мне секунду хотя бы пару лпшек дать моба. Тебе не насрать на те парирование, у тебя ЛП только агро. Набор. 80% твоего агро это ЛП. Какая тебе нахрен разница в эти парирования? ЛП это магия, оно не парируется, ты чё? У меня в 4 утра все парируется. Давайте быстрее. Ты просто перед переходкой прожми два удара смерти. У тебя на переходке будет 4 руны смерти. Ты даешь в духа 4 ЛП. Я понял. 2 кровавых, потом 2 удара смерти, пока он визжит. Следующий дух выходит, ты опять 4 ЛП в него даешь. И так же в третьего 4 ЛП даешь. И все, его никто не сорвет. Я готов. А ты затанчишь или можно тебя поменять? Ладно. Я же затанчу. Спасибо. Надо подождать. Нужно подойти поближе. Селфи Шмурун. Как ты рогой умудрился сагрить Вальку? Это Хан сагрил. Я в инвизе шел, она на меня переключилась. Ставьте шкаф с умоним, Рай. Красава, Хафтер. Пацаны, если вы не уверены в себе, вы просто не бегите. Не бегите, подождите, когда все улетят. То есть за вашей тупостью мы теряем время. На куриного клауна, вон он там лежит. Я пока не могу прочитать это заклинание. Звоните мизантропа и воет хило. Самогон, ты тут? Ну, меня не поднимают. Тыкайте на сон. Вот, сами принимай. Нету самана. Тыкните. Что? Призыв значит, короче. Беги. Тыкните на сама. Саман, тыкните, пожалуйста. Ой, что-то призыв начат и все. Сейчас Валька пролетит. Ой, бля, чтобы я еще раз с Джерриом пошел в Целхана. Чё, нормально, да? Конечно, нормально, блядь. Ваня Варенька уже успел ребёнка 6-го зачать сходить, нахуй. Попить чайку, вернуться с работы и вернуться в рейд по тому же КД.
Ты виноват, что вы не можете захилить Вальку и нормально убить Сурка. Чек на бафы готовности. Кто пришел? Готов, давайте, запускай. Чего говоришь, Вань? Ну, кому-то сказали, пришел кто-то. Ты инфернал, который, да? Да, на платформу. Забери, пожалуйста, трех мобов со старта, и потом шаркаря, и все. Писи чуму туда. Мы вынесли 4 чумы и только 10 стаков было. А, можешь подойти и сагрить в самом начале призыва, это ничего не будет страшного, если даже в тебя кинется ловушка. Отойдите все от меча. Ты пройдешь через эти мучения сам. Этот инфернал херовый тип, просто я давно знаю его. Ты хз, кто это? Это, твои отчаянные крики послужат доказательством. Идите от меча, пул через 10 секунд, если вы сдохнете. Да будет так! Герои в атаку! Кто-то сдохнет. Агри сами. На пуль дайте, бьем меча. Все, забирайте крейт, турдалак. Перебежали, милики перебежали. Шаркеры забери, забери шаркеры. Да, стоим. Чума, смотрим 2 секунды. Ну забери шаркер еще, чума, секунда. Баланар, диспел. Перебежали. Не, ждите, сейчас ловушка будет. Милики ловушка. ВРДД звездочку. Забери еще одного вурдалака оттуда, точечным станом, Лирин. Хорош. Бейте все лича. Там есть 3 вурдалака и шарпающий, больше ничего не забирай. Перебежали РДД. РДД перебежали, в квадрате стоит. Че, пробран? Роял, диспал роял. Прощайся, роял, там все нормально. Да не забирай ты этих вурдалаков больше. Милики перебежали. Перебежали милики. Шаркарь вылазит. Забирай шаркаря. Смотрим ловушка. Перебежали РДД. РДД перебежали. В звездочку. О, там чума разгонящая по шаркарям. Просто бейте шаркаря. Диспел Баланар. Просто бейте этого лича. Лича бейте. Смотрим ловушка. Фокус, РДД перебежали, РДД, протопал уходи, прожимайся, точняк, кидай на нее, капли на нее. Бейте меча. Теперь этот, герцогиня, каплю. Перебежали все на край. Все, лич на краю. Все, там один шаркер ищи, все, стали все на край. На край, только не сдохните от зимы, духа, бейте все духа. Дайте на пул на духа. Все, Лерина, возвращайся. Видишь, как круто? Шаркающих нет. Тактика тащить. 3 гордолака шаркар. Давайте, бейте все гневного духа. Сверху заливаем сверху. Заливаемся сверху. Сверху залеем, заливаем. И этого, и гневного духа. Давайте, бьем. По станам также. Точняк станет ромбик, анимал джаз, трусы и герцогиня кружочка. Бейте все гневного духа. Сферу бейте. Все, давайте на баксе. Давайте. Забери духа, Саня. Да чё ты орёшь, я сразу же его забрал. Он 4 шага сделал, ты не сразу. Бейте все сферу и духа. Сферу и духа. Добейте сферу. Лерина, забирай этого духа. И все становимся в звездочку. Все в звездочку. Да чё вы бьете этого духа? Он сдохнет там от дома. Всё, Лерина, держи центр. Каток под лича, ханты. Таим в звезде. Ханты, станьте ближе в звездочку. Стан первым, стан вторым, стан третьим. Всех троих сливаем. Сливаем всех троих этих. Смотрим осквернение. Вернение, смотрим, секунда. Рестерикс.
Нормально. Добейте кружок, добейте кружок. Ромбик трусы добиваем, ромбик трусы добиваем. Бьем лича, лича на центр, лича на центр, бьем лича. Давайте Геру, Геру, лупашки Геру шуман. Сливаем как можем. Смотрим, сейчас Валя осквернение, к трону, осквернение к трону. Все, давайте, милика, к трону, к трону, к трону, к трону, к трону, к трону. Осквернение. Бьем валькир, бьем всех валькир, валькир бьем, всех валькир заливаем, заливаем валькир, валькиры в центре. Заливаем валькир массами, хуясами, давайте, ебашим, лича завалим, лича завалим. Трусы, 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 все трусы, трусы, ром, трусы, ром. Все, бьем лича, на центр лича. Захиливаем Деймоза, Деймоза захиливаем. Сейчас осквернение, РДД по ренжу, РДД по ренжу, осквернение выносим к фордрингу. Милики вышли, вышли милики, осквернение, осквернение, роял. Все за спину, в звездочку, все в звездочку вернулись. Валим стан и будем заливать валь, лича завалим. Смотрим, каток под валь, ханты ближе к личу. Стан, стан залив, стан залив, всех трех валькир бьем, бьем всех трех валь, всех троих валь бьем, лича завалим. Больше сыграли в трусы, трусы больше, трусы больше. Смотрим осквернение, смотрим осквернение. Ромбик, 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 стан, стан ромбику, стан ромбику, осквернение Деймос. Ушли, ушли, всем лича, лича бьем. Стали в звезду, всех стали в звезду. Станы валим и все бьем лича. Станы валим и в лича. Смотрим осквернение. Осквернение это вынесли. Осквернение это вынесли. Станы валим. Еще масс стан. Ретрики, масс стан. Ретрики, масс стан. Деймос. Ретрики, масс стан. Добивайте лича. Нормально. Кто упал? Ванек. На край, на край. Все, бьем духов. Нормально. Одна потеря, Ваня. Невезучий просто. Я ставлю тотем, кто-то спойте. Ставьте тотем на, кур, на куриный клан, читай. Читаю. Забирай дух. Дух, 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 дух сорвался. Ну что, вы вроде можете набрать вдвоем? Сфер, ханты. Ханты шипе сферки. Ханты шипе. Ну, дух. Коровку с небей. Коровку с небей. Коровку с небей, твою мать. Дух. Там сдох. А витамин. Коровку с Берни витамина. Коровку с Берни витамина. Сфера, сфера в танка. Бейте сферу. Просто пол, помогай. Добивайте духа. Все в череп, сферу слить, сферу слить, слить сферу. Все череп добиваем, лича не трогаем, все, все в сферу, ой, в череп. Бегаем за звездочкой, выйдем, добьем череп. Все в звездочку стали, речи в звездочку, в звездочку, в звездочку, в звездочку. Давайте сюда залу. Дайте баф вару. Кабель. Дайте бафы по вару, каску, кулак, пристабаф, лапу, инту, все по вару дайте, сюда стали. Дальше пробежали, 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 стали тут. Дальше двинулись, двинулись дальше, за угол забежали. Не-не, двинулись, двинулись, там бомба падает, не, бой, не боимся, не боимся, не боимся, зарвоты через 5 секунд, стали тут, тут в уголке. За угол дали, за угол, за угол, добей, добейте, добейте этого. Духа, дух в рейд, все, сюда бежим, 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 за угол. Тут стоим, все, выход, добиваем духа. Все в духа играем, в духа, а не молджа со сквернением. Лича на край, духов на край, выйдите со сквернением. Бери духов против. Лича, уводи лича и все идем за личом, за звездочкой, за звездочкой, за личом, за личом, за личом, за личом, забили на того духа. Забили на того духа, там духи сверху. Шипе, похлопайте духов сверху, пожалуйста. Блять, сука, я не успел тучу продать.
Успел, не успел. Бакс, осквернение. Ну, Бакс, твою мать, по центру осквернение, ты охуел? Дайте БР, Джерри, у нас есть. Подожди, Ёмнича, тут осквернение залили, как даун. Мизантроп, дай БР. Звездочку побежали. Ты комната пустая, мизантроп Бердос? Если есть. Окей, Настя, Берн. Сейчас повесьте на этого, Старба повесьте, естественно, Даймос. Дух сверху. Двинемся дальше. Встали тут. Тут встали. Не БР без команды. Что значит я БР? Забежали за угол. СС лог. Тарбар СС по танку. За угол забежали. Все, смотрим осквернение и бьем тупо лича. Говорю осквернение. Осквернение Альпакон. Бьем лича. Ушли. Всех к трону. К трону. Протопал лови духа. Джерин, можешь БР? Да. Подымай это, пухнастик, подымай на пулемет вам. Кто это за ловка духу? Перебежали на другую сторону. Смотрим осквернение 6 секунд. Осквернение Аль Капоне. Все духи бегут в рейд, протопал! Реагирует на агро, на таунты, если что. Да не води ты сейчас комнату. Просто потеряли троих человек, но там самогон сдох, не знаю, чего, давайте все звезды. Да я тучку не успел прожать. Если протопал, блин, Ирина, да не реагирует на таунт, на масс таунт. Ты эту фигню бей, тебе просто еще. Иначе, как я. Без бежит. За угол. Что ты говоришь, Саня? Я не слышу. Кольцо света, ШПшки, помогайте. Тут? Зачем вам то кольцо света? За угол бежать. Тут стоит. Двинулись. Все, тут. Тут стали, там бомба падает впереди. Стали, куда вы побежали, ломанулись? Да блять! Прожимайтесь. Топал, прожми бабл и забери лича. Топал, иди лови этих духов. Все нормально, бьем лича. Опять все духи в рейд. Вставай, тебя же было, СС. Ты где? Трону. Бакс, осквернение. Отойдите все от духов. У тебя что, символа нету? Ну дай, Мас! Блять, есть это ебаный символ, заебал, не восприимчивость. Никто не касса. Да, сейчас же обнова вышла. После комнаты, когда он потрапил, он не таунтит тоже. Да во время каста, когда он кастует духов, у него невосприимчивость к таунту всегда была. И сюда ставит звезду. Капец, я просто в шоке. Минус 10. Стоим в звезде, забежали за угол. Блядь, я в ахуе с тебя, Саня. Ой, больше я в ахуе. Это с протопала, который не может словить духов. За угол забежали. Я не знаю, как сейчас добивать эти 7%. Без протопала. ШП есть какие-то? Серсея, ШП и БР еще есть. Эти лича, пухнастик, осквернение. Найди лови духов под тучки.
Дайте стамину тогда. Бейте все лича, уводи отсюда. Не сырсая. Не. Саня, куда ты через осквернение ведешь? У нас и так нет времени. Откуда знал, что там осквернение? Ты заебал, блядь, Дима. Ты ноешь. Бейте духом, блядь. Че ты сдал? Некоторая дочка. Бэд. После этой комнаты рост можно дать. А ну там будет герцогиня, прожмешь бабл после комнаты и таунтишь на себе леща в звезду, всех в звезду. Там будет берсерк. Блядь, было 20 живых человек, надо было сдохнуть самогону в комнате, потому что... Да я тупой нахуй, все, Джерри, не извини. За угол забежали. Эти как-то этих духов, чтобы они не поехали к нам. Бежим, не останавливайся. Духи позади. Герцогиня, после комнаты бабу жмешь и таунтишь на себя лича. Все, давай, 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 таунт лича. Геру, Геру, Геру. Ретаунт. Да, он завис на месте, лол. Пришел, пришел конец. Надежда, пришел конец. Надежда, пришел конец. Спасибо тебе, Леша, спасибо. Ну дай мне ГП, я не против, что ты мне ГП дал, Джерри, он, блядь, я виноват, все. Какого хуя ты бежишь впереди танка, 20 человек живых? Впереди танка, впереди звезды. Чем вы забирали с герцогини лича, если он был в бабле, и вот это не понимаю. Герцогиня умер, а у него, видимо, кончился бабл или типа того. Тоже убил лич. Такой трай! Всех у Алекс слили. Там был бы килл, если бы Лерина нормально хлопнула дух. Оля, ты можешь сказать, ты умеешь хлопать духов или нет? Валя летит. Вы не пробегите. Летит Валя. Включайте мозг. Прицел, ты тут? Прицел уже в битве с королем личом каким-то. Сейчас завис, захожу сейчас. Ваня, начисли в хаб. Вы что, блядь? Да не бегите, тут шкаф стоит. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание. Там смотрите, точнее, какая-то шкаф есть. Прицел спрашивает, кем заходить. Лерина, у тебя есть какой-то спек, а не Мунджас Потанч? На пале есть какой-то спек, если в ретрик? Танчить это, видимо, не твое.
Цел, заходи, там на какого-то дамагера пусть заходит. Цел, ты там зашел? Не, он не заходит уже, все было. Сейчас по вороте зайдете, начнем, дайте пока футбол. Диман, знаешь, почему не убили? А потому что ты таунтишь классно, и самогон ловит духов в комнате классно. Потому что его ДПС не хватило. Я, ну, блядь, я забыл, как бы ПДК уж, блядь, не играл. Раз, я чётко тут. А Лич просто пол пати перепиздил один. Ханта, Варов. Давайте поиски, ребят, у меня дайки закончились. Не, ну согласись, если бы духи бы не взорвались в рейде, такого бы не было. Не было, я не знаю, почему Лирана не может их масс-таунтом забирать, это, ну, я не знаю. Там просто нажать масс-таунт, у тебя идут 5 духов сразу. И то, что 2 духа прилетят в рейд, это не значит. Лирана будет танчить? Там Лирана в редрик. Спекнулся, если шо. Спекнулся уже в редрика, я танчит анимал джаз. Потому что она не может ловить духов, я не знаю почему. Может, она тебя боится просто, ты же бабафов. Ох, известный. В смысле, я не знал, как выбить духа. Что тут непонятно? Какой баба фото? Или слова плохого не сказал за рейд. Это нормально, когда у города пало не одно это 10. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Да, какая разница? Ой, ой, блядь, сам написал, сам поржал. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы видеть. Не могу с трех урдалаков шаркаря. РДД перебежали. Звездочка стоит. 3 секунды смотрим, мы не пристоим. Забей еще одного вардалака, Баланар, чума. Диспал. Пушку смотрим. РДД перебежали РДД в звездочку. Нилики тоже двинулись немножко. Нормально, больше не оттягивай туда вардалака. Там есть 3 вардалака и шаркай, нормально все. Смотрим. Хан, стань ближе в райд, потому что мне может кикики отпрыгнуть чума. РДД перебежали. Мирики проводи, протопал проводи. Звезду РДД ставь. Смотрим чума, секунду. Пугнастик, чума. 3, 2, 1, диспел. Смотрим ловушку. РДД ловушка, перебежали. Проводи, протопал. Может взять еще одного вардалака. Забирать шуркаря и одного вурдалака и нормально. Смотрим ловушка и чума. РДД перебежали, смотрим чума.
Старбар. Старбар чума. Да, ловушка. Протопал, уходи на край, что ты там стоишь? Идти уже некуда, води, блядь. Протопал, уходи на край, все нормально. Или час, смотрим ловушку. Будет ловушка. Медики, все, все на край, на край, на край. Security чума, security чума, диспал. Все нормально, вот тут видишь, нет шаркарей, все, Аль Капон иду. Иди, а, там чума на вратулаке, все, диспел. Диспел, все, возвращается в райд, бейте, иду. Это сейчас Дима кто-то спойте? Терзай быстро. Ставь. Шарик убей. Станы также даем. Перу бей. Бейте сферу. Бейте сферу, сфера, сфера у лича. Бейте сферу. Все, все, это, протопал забирай, и все в звездочку, все стали Саня на центр, поставь лича. Каток, ханты каток, ханты каток. Уже каток должен быть. Станы, как я говорил, ханты ближе стали в звезду, чтобы вас недалеко хватало, и сова там какая-то. Все три бьем, все три вали бьем. Я говорю о спернении, лича завалим. Я говорю о спернении, бьем валь. Коробку. Лича, давайте, давайте, в трусы, РДД, в трусы сыграли, РДД, в трусы, РДД, РДД, в трусы. Выйдите со сквернения-то, блядь. Кто-то завис там, вар, по-моему, вар. Нету там никого. Бейте, лича. А, я знаю. Осквернение к трону. Уносим к трону. К трону уносим осквернение. Смотрим. Убьем. Animal Just. Все. Все три вали лича завалили, все три вали должны быть разбиты. Нормально летят. Ну хотя бы. Давайте. Трусы отпускаем, но круг ромбик разбиваем. Круг ромбик. Ромбик, 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 больше ДД. Основной минус РДРУ. Бейте лича. Заражение. Вернение выносим к трону. К трону. Не-не, веру не даем пока. Звездочки, все стоим, звездочки. Валь. Быть станы, станы, станы и геру, 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 геру и всех разбиваем, всех разбиваем. Охотник, твою мать, я ж тебе что говорил стоять звезде, сука. Дайте кружочек. Кружочек улетает, охотник. Кто там с кружочки улетает? Протопал улетел. Заходите в лужу, падайте. Кто улетел в кружочке? 300 гп. Кто летел в кружочке? Плюс. Я же говорю перед валями. Я даже хантом так делаю. То, что вы там не постреляете 3 секунды, вас, блин, ничего с вами не будет. Но вы будете все лететь нормально. Ты подбегаешь под лича, ставишь каток и стоишь там, пока вали не схватили. Мечом бьешь еще, есть скилл, мечом же бить. Охотники тут очень классные. Стоят дальше от всех и летят в другие стороны. Первую вальку отпустили, потому что дру лужу разлил прямо под нее. Вот РДДшники вы, короче, разливайте. Сразу вот вальки летят в одну сторону, вы сразу не стоите у них на пути. Все будет ништяк.
Так стояли же, бикс вали должны были полететь на портал. Я в сторону от него стояли же так, это первая валя, потому что была. И две вали летели в одну сторону, одна как раз на осквернение полетела. Слушай, реально символа нет на таун, ну на метке. Какого она не нужен? Нужен? Нет. Сейчас два раза не смогу. Нужен, да. Ну, лучше его поставить, чем... Но притяжка же не миссанешь никогда. Но притяжка тебе не дает огромных. Она только заставляет босса бить 3 секунды тебя. Да. Не, в принципе, саунд особо не нужен. Когда только дух далеко появляется. ЛП-шка. Ну, хорошей альтернативы все равно нету. Кто ты ему поставишь? Крита Труника? Да. Есть голдау? Хилка, захват. Вампира. Если еще хоть один охотник будет стоять не в круге, а стрелять по лечу, когда я говорю круг, я просто вас кикну и возьму прицел, а все, я больше не буду страдать хуетой. Спасибо. Он, ты тут? Я? А? Я релогаюсь. Давайте уже кто-то другой пристабаф даст, у меня уже бреги кончают. Дима, я могу дать пристабаф ШП 6.5. Я знаю, блин, не надо было тебе бэрить, я тебе не сдох бы в комнате. Все, давай, чек на готовность. Готово, я запускаю. Даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я занимаю на пол. Тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Перебежали для развиваточки на лепестки. Бля, ебать, Джерри умеешь. Но все равно достаньте звездочку. Чума на куриный клан. Сам себя достал. Смотрим, ловушка после двух лапов.
В РДД перебежали в звёздочку. Ватерпал, проходи. Ты еще двух мордолаков, и все. Еще не стану, и до шарка еще далеко, еще 27 секунд. Смотрим ловушку, ловушка РДД двигается. Двигаемся, милики, протопал и этот РДД. Ставим стрелу, чуму вынести. Animal Jazz, сам себя. РДД перебежали. Будет шарк еще, после мордолака. Шарпу еще забирай. РДД перебежали РДД в звездочку. Тилковая чума. Уэй. Ты спал. Вынес чуму. Дайте каплю. РДД перебежали. Протопал на край. Все, стоим тут. Бричак РДД зоне. Ловушка сейчас будет. Сейчас сосемся. Animal Jazz, сместись немного. Все на краю рассосались. Рассосались на краю. Против гневный дух забирай с вами. Всех дух. Все, дистрой. Знаешь? Гимн прочитал, чтобы я знал. Кто читал гимн? Я пока не читал, но только не так пишет почту. Значит, на второй фазе Китти Кэт накуривает первого духа на Дэйма за Аль Капоне второго духа, Селиш Мурун третьего и Стилвей четвертого, что все духи были накурены, что-то он не держит игру Аль Капон. Слышали, как накуривать духов на второй переход? Все нормально будет сейчас, бойся. Это уже где-то слышно. Да он там с меня договорились. Давайте, перебежали, добивайте и звездочку становимся звезды. Попал к нам, беги к нам, попал. Звездочку, каток, я хочу увидеть каток. Понятно. Один ставит себе звезду, собак ближе к звезде, там ханты к звезде. Станы разбить все валенки, станы и по валенке играем. Что-то трусил в другую сторону, а нет, все нормально. Нормально, говорю о сквернении, разбиваем всех валенков. Ты в кружочек, ромбик. И в трусы, доиграйте трусы. Все, и в ромбик. Все, давайте все в лича играем. Давайте Геру, сдали Геру. Не, выносим к этому, к трону. Все нормально, нормально. Бьем в ромбик, играем. В ромбик. Насрать на всех тихо. В ромбик. Мы пашем ромбик, как можно. Трусы можно. Какие трусы? Я уже не нужен. Да, собьем. Да, успеем. Можно. Давайте, да. Пока. Поставить. Не, вынести осквернение. Стилвей. Ну ёбана в рот, Дессер, чё ты делаешь? Станьте все в звезду. Панишь не можешь прожать, Влад? Твой господин зовёт. Бьём всех валь бьём. Они нормально летят, вам что-то повезло. В ромбик, забеленьте, в ромбик сыграли. Ты чё? Сосквернение. Сука, я вас ненавижу. Я не понимаю, как рогой можно залить в центре. Рогой. Спринт, ваниш. Топок. Пиздец. Дима, расслабься, твой инфаркт хватит. Пали все в звезду.
Срать, эти вали должны все быть разбиты, мы и так уже потеряли троих. Четверых. Все, разбиваем две вали, смотрим осквернение и разбиваем только две вали в центре. Осквернение, говорю, 3-2-1, Крокус. Все, разбиваем две вали в центре. В ромбик больше ДД, в ромбик. Эти лича, на краю держи лича, Саня, все нормально. Тут на краю лича, куда ты его в центр повел? Yes. Приводите быстрее, а? Да, все нормально. Не кинет он осквернение, это переходка, забей. Давай. Бьем. Я в шоке, честно, с тебя Старбар. Коровку, подымай, пожалуйста, Старбар. Это демон, он нужен. Давай, захил. Дайте им тотемс поставил. Серсея, пойди. Я пою. А, ты поешь. Бьем духов. Крест играйте, все играем в крест. В крест. Потом в череп. Бьем череп. Все череп бьем. Сферу, добейте сферу. Сферу. Крест играем. Перебежали. Все, лича на край, духов на край. Били крест. Бегаем за звездой. Потом добьем духа. Пал похлопает нормально. Мы убьем лича. Все, давайте звездочку. Бомбы взрываются после того, как упадут через 5 секунд. Не включайте пацанов. Просто бегайте в звезде и все. Ну, Влад, ты это специально делаешь, агришь нам бомбы или нет? За угол забежали. Бля, даже я такой парашей не занимаюсь, пиздец, перебежали. За угол. Жались тут, стоим, бомба хлопнет. Через 3-2 за угол. Все, в духа доиграем, лича на край, бакс осквернений. Саня, веди лича, бери хваткой и тяни духа за личом. Хваткой духа за личом, понял? Все нормально, протопал, ты хлопаешь, и мы бьем лича. Все, все в звезду. Вернение, разбежались, накуренный в хлам. Стой тут, он сейчас будет комната, стоим. Стоим, бьем лича. Я не понял, чего они побежали? Сука, Дима! Они не двинулись. Потому что раньше... надо всегда отводить. Во-во. Просто не знал, что они уже сейчас двигаются. Давайте, захильте, пожалуйста, в звездочку. Сори, мастера. Это слоупок, я не знал. Не дал обнову. Перебежали. На залу. Они быстрые стали какие-то эти духи. Давайте бежим. Бомба взорвется только через 5 секунд, как коснется земли. Мы успеем перебежать за угол. Влад, они сейчас взрываются, как только коснулись земли. У нас еще есть 5 секунд. Это единственное, что они сделали. 3 секунды. Сколько? 3 секунды? А, ну. Да, после касания земли. Но все равно это, оно так должно быть. Оно не должно сразу рвануть. Давайте перебежали все за звездой. За звездой! Саня, за звездой. Центр. Трон. И уводи.
Не, смотрим 3-2 секунды. 2 секунды оскорения вышли. Лирина. Тоже под лечом, хорош. Стоит, не заходите, он кастует духу. Все, отводи. Сейчас на воле. Есть кто-то на этом, на платформе, можно доиграть. Нет, все сдохли на валик, звездочку. Перебежал. Тут стоим. Класс, минус 2. Пейте духов, дайте звездопад в комнате. Там есть совы живые. Есть. Дайте звездопад. Я не вреди, Ваня. Да там он будет нормально. Никого не берет. Вдруг кто-то отвалится еще, там еще 20% было. Звезда. Пады, давайте только в комнате. Стоим все тут, на портале стоим, на портале духи спускаются, протопал. Хоть им маны надо, кролик? Не-не. Уводи, Саня, уводи. Упал. Все нормально, бейте, смотрим осквернение. Ну, пускай плотик отреснул. Коров. Жив плотик. Пацаны, вы что гоните? Сик, Юрий, Ваня. Да я оставил эту комнату, пережите норм. Забьем, нет? Не, комната будет. Боже. Если нет, то самогон садится стропом. Ого. Рифмы и панчи. Я не Ваня Коноп, у меня есть карта впрок. Ходите там за звездочкой, духов бейте, Дима, тебя не слышно, если шо. Там дальше назад не уходить. Бегу. 20 секунд еще осталось жить, и все. Зал. Да все, мы добьем лича, там уже 10%. Да меньше там, 3%. Просто такой хардкорный. Осквернение вынесите, главное. Речь большой. Осквернение. А чё он большой? Не знаю, это что-то вообще непонятно. Берсы еще не должно быть. Таунтите, кайтите, блядь. Да, помните, наверное. Не знаю, что-то со вновами сделали, у меня получается один дух хлопнул, меня убило. Хотя тряпками обычно одного там хлопаю. Тряпкой бьешь.